В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь, сопредельных стран, проведена проверка одного из компонентов силы реагирования союзного государства. Отработаны вопросы высадки совместного десанта силами специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь и воздушно-десантными войсками Российской Федерации в составе сводного батальона тактической группы. Белорусским и российским десантникам выполнен ряд учебно-боевых задач, в том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенного объекта, а также диверсионно-разведывательных групп противника незаконных вооруженных формирований. Проверка показала высокую готовность и способность выполнять задачи на любом направлении и в кратчайшие сроки осуществить доставку десанта с использованием военно-транспортной авиации, военно-космических сил Российской Федерации и вертолетов ВВС и войск ПВО Республики Беларусь. Мы еще раз сверили наше направление взаимодействия и подтвердили готовность к выполнению союзнических обязательств в любых условиях обстановки. У нас есть все необходимое, чтобы граждане союзного государства чувствовали себя в безопасности. Ну а по завершению комплексной отработки всех задач, весь тактический десант убудет свои пункты постоянной дислокации.